Шохин Юсупов. Он обещал нам сюрприз. И сегодня я жду от него большего. Мировой рекорд составляет 4 секунды больше. Больше 4 секунды. Ну, я мечтаю побить мировой рекорд. Мой рекорд 9 секунд. А по пирамидке пару 2 секунды, да. Если у меня будет много денег, я открою магазин всяких кубиков и открою школу для собирания кубика Рубика. Я никогда кубик Рубик 10 минут дайте, полчаса дайте, я не смогу собрать. Я считаю, то, что это тоже дар, это тоже, я не знаю, что-то свыше. Я очень буду надеяться, то, что он свои навыки усовершенствовал и покажет нам хороший, отличный номер. Официальный партнер шоу Central AGS Got Talent – платежная система Visa везде, где вы стремитесь быть. На сцене Шохин Юсупов, Таджикистан. Сначала здравствуйте, дорогие жюри и дорогие зрители. В прошлый раз я собрал 3 кубика за минуту 40 секунд. Сейчас я соберу 5 кубиков за то же время. Или, может быть, быстрее. А в конце у меня будет сюрпризик. Раз, два, три. Раз, два, три. Я покажу вам фокус с кубиком Рубиком, с вот этим. Я разберу кубик. Не знаю. Вот так. Я полностью разобрал кубик. Сейчас положу его под этим материалом. Кубик у нас собирается. Разволновался немножко, да? Ну, да. Чуть-чуть? Да. Но второй фокус вот под черной материей у тебя, конечно, за секунду это было очень хорошо. Спасибо.
Было круто, на самом деле. То, что ты там за полторы минуты, да, хотел это самое? Ничего страшного. Минута 40, да. Минута 40. Ничего, уложился. Было интересно, на самом деле. А вот в конце ты вот этим своим фокусом, на самом деле, сделал номер более насыщенным и красивым. Молодец, умница. Он в прошлый раз за минуту 43 кубика собрал, а сегодня за 2 минуты 5 кубиков. Представляете? Спасибо. Увидимся позже. Спасибо тебе большое. Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.